Я менялся вместе со своими пациентами. Правила, которые я вывел, они были основаны на тех ошибках классических, которые совершают люди, что приводит их к несчастью. Все люди с фобиями – это люди, которые ожидают, что их кто-то спасет. Счастливый случай, другие люди, обстоятельства. И это первое, что нужно в себе менять. Не ожидать, что за вас кто-то что-то сделает. В противном случае это будет еще одна театральная постановка вокруг собственного страха или собственного раздражения или каких-то других собственных негативных чувств. Все проблемы в отношениях, с которыми я сталкивался как психотерапевт, они всегда были связаны с попыткой переложить ответственность на вторую сторону. Так что, куда бы я ни смотрел, с точки зрения своей психотерапевтической практики, принятие на себя ответственности – один из кардинальных шагов для шанса, который ты даешь сам себе, жить лучше, чем ты жил до сих пор.